Да, обновление Хэллоуин уже в игре. Новая карта Готэм Сити, новая работа, прокачка семей и куча всего нового. Погнали смотреть. Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем выживать на Барвиха РП. Ёлы-палы, сколько всего добавили, это просто мрак. Но прежде розыгрыш. Все, что тебе надо для участия, это быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий, в котором ты укажешь свой игровой никнейм и сервер, на котором ты играешь. И уже в понедельник, если рандом выбирает тебя, 500 косарей падает тебе на счет. А теперь погнали уже в Готэм Сити. Набиваем вот так GPS Готэм Сити. И вот он, красавчик, где находится. Это кладбище. Ну а пока будем мчать, давай посмотрим Battle Pass. Чё тут только нету. Давай с самого главного, как его проходить. Каждый день тебе добавляют 4 задания. Сдать рыбу, пополнить сытость рыбой, провести 2 часа на сервере, изготовить 15 кувалд. Задания простенькие, ерундовенькие. Еще 2 задания, как видишь, они заблокированы. И это и есть покупка Battle Pass. 149 рублей. Даст тебе возможность за 10 дней пройти весь Holiday Pass. Плюс сразу 20 левелов открывают. То есть тебе разблокируются вот эти задания номер 5-6. Там дают очечи в 2 раза больше, да? Короче, что это такое? Это комфортная игра. Вот что это такое. Ты можешь сразу получить одежду Бэтмена, старт-рулетку, та-та-та-та-та-та-та. Рекомендую. Чё уж там. Ну а есть совсем дичь. За 6000 коинов почти. Просто тупо все за раз прошел и готово. 5 рулеток, прочие бонусы, 275 коинов и 415 тысяч рублей. А еще одежда Бэтмена, кепка и автомобильёб Бэтмена. Шикарно, блин. Ну, я считаю, можно и поиграть, да? Поэтому приобретем за 150 рублей. Что здесь есть? Обрати внимание, тачка у нас не собранная, да? Мы будем проходить левела, открывать запчасти, она будет чик-чик-чик-чик-чик собираться. Что у нас есть? Что у нас есть? Кейсы, скины, бабло, донатное бабло, куча всяких рулеток, дополнительных ресурсов. На 20-м костюм Бэтмена, экспинг, да? Если ты еще недалеко прям вкачан, тоже крутая штука. Много экспинга. На 34-м кипуля. Кепочка. Ха-ха, блин. Ой, ну это, короче, вообще огонь. На 59-м, посмотри, тот самый кейс, да, 100-процентный, где ты что-то получаешь, короче. И 60-й Бэтмобиль. Слушай, это самая крутая тема, самая интересная, когда добавляют новый Battle Pass. Я уже на кладбище. Конечно, тут много всех, елки-палки. Ха-ха! Слушай, ну обнова это вообще огонь. Обнова это просто восторг. Я даже не знаю, давай мы вот сюда припаркуемся, да? Она настолько большая, что я тебе просто в этом видео всего показать не смогу. Как попасть в Готэм Сити, ты уже понял, да? Что еще у нас в GPS? Покупка кейса Готэм Сити, квест «Добро и зло». Чтобы добраться до квеста, вам нужно доехать до города Готэм Сити. Понял, мужчины! Капец, ёб. Спавн Бэтмобиля. Какая грязь. Ха-ха. Вообще восторг. Целый город сделали, ты прикинь. Взять. Воу. Воу. Обрати внимание, он у меня не собранный, да? В разобранном состоянии. А чтобы был как бы собранный, нам надо его как бы пилить, да? Ёп, я не знаю, как это круто, а. Это пока самая крутая обнова, которую я вообще видел. Без Б. Так, ну и чё, и чё? Как наша ракета выглядит изнутри? Ёп, как ракета. Ты мечтал о космическом корабле? Он у тебя есть. Вообще, да? Класс, блин. О, Бэтмен вон побежал, ёп. Так, ну чё, поехали? Куда поедем? Что это такое? Что за точка? Очень много людей. Поехали. Вон нам, смотри, показывают, куда. А это что такое? А это развлекалово, блин. Это развлекалово, да. Блин, слушай, ну капец вообще. Без Б, это самая крупная обнова. Ёб, чё вы встали тут, а?
Вы достигли места назначения. А вон он, мужчина, смотри. Джокер! Ты знаешь, что это такое? Ты выбираешь сторону. Зло или добро? Вот здесь, соответственно, Бэтмен стоит. Понял чё? Класс! Там что-то много людей, да, слишком людно, поэтому я возьму Джокера. Эй, мы собираем команду самых отважных бойцов и скоро захватим этот город. Ты с нами или как? Конечно, мужчина! Мы собираем информацию о вооруженных силах этого никчемного городка. Отправляйся в ВЧ и забери оттуда папку с документами. Она нам точно пригодится. Отправляйся в ВЧ и укради папку. Все просто. Как апельсин. Так, ну что, поехали отсюда. Блин, не, давай не поедем. Давай чуть-чуть прокатимся. Посмотрим, что, как тут. Памятное фото? Вообще нормалды, блин. Слушай, мне этот город нравится больше, чем основной. Реально, красиво был. А чё вообще еще нам было добавлено в игру? Новая работа. Аренда лодок. Покупка лодок. То есть мы теперь с лодки можем рыбачить, да? Дома можно майнинг-ферму открыть. Потом семья. Прокачка семьи и вообще лютая прокачка семьи. Я это все, конечно, в будущих роликах тебе обязательно покажу. И, кстати, у меня для тебя промо-код. Вводим ММ, находим вот здесь промо-коды, бонусный промо-код. И сюда вводим решетка 23 HELL. Ты получишь 200 косарей. Ёп, круто! Бабки, они как бы никогда не лишние. Так, ладно, поехали отсюда. Слушай, мне больше всего нравится, короче, то, что здесь такие высотки, да? Что там такое? Что там белое такое? Йорик, здорово! Здорово, Йорик! Блинчики, у меня, кстати... Здорово! У меня микро иногда врубается, слушай, да? Я могу людей пугать своими записями. Чё, куда подкинуть? Я тебя не слышу, увы. Мост шикарен, да? Вообще, смотри, чё. Он думает, я с ним разговариваю. Визлор, ты в запись попал. На канале Печка ТВ сегодня ролик выйдет. Да, Джокера. Передаю привет. Красавчик. Вот сразу видно адекватного мужчину. Все, Джокер. Извините, простить. Ёпа, это что такое? Ха-ха-ха, грязь, да? Кто-то воткнул автомобиль. Слушай, а как отсюда свалить вообще? А все просто, вот она стрелочка. Да ёп, ребята, вот. А может и нет. А, блин. Не-не, мне кажется, по стрелке надо сваливать. Вы успешно покинули Готэм Сити. А? Красота? Красота, ёп. Смотри, лодочки красавицы тусуются. И это что такое? Это новая фишка. Рыбалка с лодки. Ну и нуи, да? Судя по всему, значит, ее можно арендовать. Ну, аренда лодок. Аренда транспорта. Надувная лодка. Плюс 5% к улову. Лодка Jet Max. Воу! Ха-ха, грязь! А я солодки, а я солодки. Ёп, это прикольно. Прикольно, прикольно. Эй, вы там, на мосту? Вот так отплываем красиво сюда, да? На рибное место. Ну и пошла жара. Оп! Чтобы задание выполнять, надо нажать. Выполнить, да? Принять. 0,50 очков. А 5-6, соответственно, по 1 единичке. Не забывай всегда вот это вот нажимать, да? Все, пополнить рыбой. Сытость сделали. Теперь сдать рыбу в кафе. Поплыли сдавать в кафе. Вот сюда красиво вот так паркуемся. И слазим. Быстрей, быстрей, быстрей! Хорошо сползает. Хорошо. Ёпчу, серьезно? Подсветка радуга? Не, не уговаривай. Я на ней не поеду. Прежде чем ехать в Готэм Сити, да? Возьми себе обязательно тачку. Ёп, ну ты чё вообще, блин, это? Друг, че дороги тебе мало?
Закусочная, мазакусочная. Ой, чуть-чуть не затормозила я. Вот так вот легко два задания делаем. Слушай, каждый день так будет. Два задания действительно будет изишно делаться. Простых. Провести на сервере 2 часа. Как оно будет выполняться? Только после того, как нажмешь выполнить, начинается отсчет 2 часов. Поэтому как только зашел в игру, можешь сразу дожать вот эту тему. Пока будешь брать Бэтмена, не Бэтмена, да? Оно как бы будет у тебя тикать. А что еще? А что еще? Хы-ды-ды-ды-дыщ. Ёп, это обычная дверь. Ну или стол. Это моя майнинг-ферма будущая. А ее просто еще реализовать надо. Слушай, ноутбуки надо покупать. Я так понимаю, есть такой магазин, да? Компьютеров, короче. Но это совсем другая история. Ах да, прозрачный инвентарь, мой инвентарь, да? Вон я вижу свою морду. Слушай, ну прикольно, прикольно. Прозрачный инвентарь. Мой инвентарь. А еще работа в порту. Хочешь? Будешь грузчиком, а хочешь доставка грузов. Привет, друг, мне нужна помощь в разгрузке контейнера. Ты сможешь мне помочь? Я даже не знаю, давай попробуем. Вау, две новые работы, класс. Так, ну и чё? Пойдём, я тебе покажу. Просто собираешь ящики. Я... Спасибо, Вова. Вованыч, красавчик, помогает мне, смотри. Собираешь и всё. Ничего такого сложного. На метку подходишь, ты все берешь. Пойдем, я тебе покажу. Куда я? Грузчик, погрузчик. Класс. Опачки. Ничего такого сложного. Бля, копейки, сука, платят, нахуй. Спасибо, Вова. Слушай, ну че, изи, да? Берем коробочку и относим. Вот, есть еще другая работа, более крутая, да, доставка грузов. Свой личный автомобиль, бла-бла-бла, и пошла жара. Будет ли работать фура? Нам это предстоит еще с тобой это узнать. Добро и зло, добро и зло. Родимая часть. Ну, смотри, мужчина стоит. Че вот это за линия? Это зона КПП. Понял, че? Ты слушай, а квеста-то нету? Ё-моё-моё, чё? Я один раз крашился, да? Плюс всякой фигнёй занимался. В общем, когда начнёшь выполнять квест «Добро и зло», делай его в один присест. Пошёл и пошёл делать одно задание, пока не выполнишь. Сколько мы ещё с тобой всего не посмотрели, это просто мрак. Но всё это уже совсем другая история. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Конечно же, удачи тебе в розыгрыше. Не пропусти следующее видео. Там мы уже начнём распаковывать награды, да? Я, конечно, приобрету себе пропуск за 150 рублей. Чё уж там думать. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видосы по Барвихе. Удачи тебе в розыгрыше. Всех поздравляю еще раз с обновой. Пока-пока.